Всем привет! Ну что, у нас подъехало довольно-таки крутое событие. Это призыв богов, и здесь довольно-таки интересные карты выкатили в призыв. Вот, в принципе, из всего, что здесь вот такие вот аллея богов представлена, вот у меня только фортуна есть. И был бы очень рад вытащить еще ей какого-нибудь друга или подружку. Но, в принципе, вот мне, честно говоря, как-то больше глаз на Юпитера лег. Ну, давайте посмотрим, что получится достать. Друзья, если вы активно играете в Empires & Puzzles, и у вас есть желание задонатить в игру, но при этом вы сталкиваетесь с независящими от вас трудностями, не стоит огорчаться, ведь неразрешимых проблем не бывает. Донат в игры. Переходи по ссылке в описании и ознакомься с ассортиментом предложений. Цены и качество вас приятно удивят, проверено мной лично. И пусть вам сопутствует удача. А мы продолжаем. Так, переходим тогда сюда. И давайте начинаем за монетки. 16 призывов делаем. И смотрим. Может быть и 30-ку крутанем за кристаллы. Потому что уж больно здесь все это дело вкусно. Вот, давайте посмотрим. Я, кстати, по-моему, тут... Да, тут инструктора присутствуют. Не люблю призывы с инструкторами, но, блин, Юпитер и вся вот эта вот команда не дает мне покоя. Тем более, давно у меня хороших пятерок не было. Может быть, финны расщедрятся и что-нибудь да выдадут. Ну, конечно, про такой призыв, как на трех королевствах, я уже не рассчитываю. Так, Олеся. Есть такая вот ивентовая теточка трехзвездная. Будем потом посмотреть. Так. Инструктор. Ну вот. Ага. Ну, пятерочки, давайте. Вы должны тут прийти обязательно. Иначе будет очень обидно скрутить сейчас так много призывов и получить ровным счетом ничего. Пока, кстати, как видите, только тройки. По-моему, четырехзвездный инструктор только был. Но это еще три звезды инструктор. Так. Не, конечно, вот то, что они здесь падают как карты, это плохо. Вот были призывы, где они бонусом падали. Вот это интересней. Сель. Пятерочка. Есть. Так. Первая ивентовая пятерка. Отлично, продолжаем. Продолжаем, шансы есть. Я очень хочу, чтобы еще кто-нибудь пришел. Пятерочный из ивента, я хотел сказать. Но сойдет и герой месяца. Так, еще три призыва за жетоны. Так, и шаг. Кто здесь? Но. Берден. Последний призыв за жетоны. И пойдем уже крутить за кристаллы. Олеся уже вторая. Так, и давайте. Так, еще раз почитаем. Призывает каменного голема для каждого союзника 40% здоровья и 50% атаки. Получаем от героя каменный голем при призыве и повторно раз в 3 года... раз в 3 хода дает своему владельцу камнекожу. Эффект нельзя снять. Камнекожа голема сбрасывает весь полученный наносимый урон до единицы, но слетает после первого попадания. Ну да, ее надо будет усилять, ускорять обязательно. Что у нас здесь? Недуги персонажа защищают, если уничтожить его прислужник. А прислужник появляется... Когда? Он, по-моему, один, как у Фортуны, да? Ладно, давайте X10. Держим кулаки за пятерки. Одна пятерка есть, ивентовая, и один герой месяца. Но нужно что-то еще. Но. Это 30-то призывов. Что-то должно прийти. Инструктор. Кстати, синий сразу на прокачку. Но. Ай. Четырехзвездный инструктор. Кошек. Кто здесь? И шаг, блин, вот. Рептилии какие-то сыпят. Боря. Так, ну что, герой месяца будет? Нет, нету героя. Так, Яна. Ну,
Будем пытаться Яну достать. Или кого-нибудь. Блин, я не знаю, уже хочется просто кого-то из пяти звездных еще раз поймать. Понимаю, губу раскатал, но блин. Так, здравствуй, Илканин. Вот. Не знаю. Пятерка, конечно, есть, но на ее месте должна быть ивентовая пятерка. То есть здесь Берден. Так, какой шанс был получить этого Илканина? 1/2. Ну, да. Давайте запускаем еще один призыв. И кто у нас здесь будет? Валенок. Кэдман. Ишак. Киприот. Ну? Давай игра. Пятерку ивентовую. Инструктор. Не то. Бриена. Но. Олесия третья, блин. Наш Гарри, по-моему, сейчас последний призыв будет. Ренфилд. Да, Героя Месяца не получилось достать. В общем, вот такой вот призывчик получился. Одна карта, ивентовая пятерка, пришла. Будем качать. Спасибо, что смотрели до конца. Ребят, вам удачи на призывах. Пока-пока.